Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жильцам домов, в которых больше 50 квартир, предлагают выбрать делегатов для участия в собраниях собственников жилья. Норма прописана в законопроекте, внесенном в Госдуму членами Комитета парламента по жилищной политике и ЖКХ. Документ предусматривает проведение общего собрания в формате конференции, на которую своего делегата могут выставить квартиры, расположенные на одном этаже одного подъезда. Делегаты голосуют на общем собрании тем количеством голосов, которые принадлежат собственникам помещений, от которых они, в свою очередь, выступают. Срок полномочий делегатов может варьироваться от 3 до 7 лет. При этом собственники помещений вправе досрочно переизбрать делегата. Новая норма позволит оперативнее и грамотнее принимать решения по управлению многоквартирным домом, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Дайджест недвижимости. Кировский фонд капремонта запустил трансляцию работ в режиме онлайн. На сайте организации можно наблюдать за тем, как ведется капремонт в домах Поваровского 72А и улицы Молодой гвардии 74. Все желающие могут таким образом контролировать ход и качество выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества, отмечает портал iKirov.ru. Часть объектов пока в работе. Трансляции должны запуститься в течение лета, пояснил генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области Павел Сысоев. Напомню, о необходимости трансляции говорится в приказе Министерства строительства и ЖКХ России. Расходы по организации видеотрансляции берет на себя подрядчик. Как отмечает Павел Сысоев, оборудование монтирует оператор связи, а затем сдает его в аренду за определенную ежемесячную плату. Дополнительные расходы стимулируют подрядчика быстрее завершить работы. Дайджест недвижимости. Декор со старинных зданий, подлежащих сносу, сохранят в краеведческом музее Кирова. С таким предложением выступили члены региональной общественной палаты. Они инициировали разработку памятки для граждан по частичному сохранению домов, не являющихся памятниками истории и культуры. Горожанин, установивший наличие на здании ценных с его точки зрения элементов декора, вправе обратиться в научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области либо в региональное министерство культуры. В обращении необходимо указать адрес объекта. Специалисты выйдут на место, оценят декоративные элементы здания, а затем постараются договориться с собственниками объекта об их демонтаже. Демонтированные элементы декора планируется передавать в областной краеведческий музей. Эксперты уже составили список первых 10 зданий с ценными элементами декора, находящимися в аварийном состоянии. В него вошли 4 здания по улице Герцена, 3 по Орловской, 2 расположены на улице Казанской и 1 на улице Свободы, уточняют бизнес-новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.